Всем привет, YouTube привет. Вот новый у нас бренд. Это Hyundai. Беленький, мне нравится белый. Это вот типа последнего разлива. В таком модном, красивом кузове Hyundai-чик. Вот. И вот с такими повреждениями. Даже вот как бы на тыльной стороне кто-то есть вмятинки. Вмятин не очень как бы много, не очень они крупные, но пока что сказать, как он ловится, хорошо ли, плохо ли, не могу, потому что я еще пока что вот хочу попробовать, что получится. Вот. И подобраться, как тут ли подбираться к этим вмятинам или нет, я еще не знаю. Но вроде бы внутри капота много щелочек, но он, видите, сделан по типу двойного, отсюда тоже вот второй металл, отсюда паук вот так сделанный. Ну они жали, чего они делали эти ребята. Вот такой металл в этом капоте. Вот, там нету паука, как жесткий такой, а тут двойной он получается. Ну посмотрим, что из этого. Ну что ж, подефектовали мы капотик вот тут. Вот как бы визуально особо тут ямок немного, можно по пальцам перечесть. Но не так и мало, ну не так и мало как бы. Вот отдефектовали мы в лампочке. Тут как бы не промахнешься всегда. Там где ровно, там ровно. А там где криво, там криво. Вот. Будем делать. Так. Ради интереса взял, посчитал. 43 вмятинки. Ну, как бы бывало и побольше. Опять же, вмятины, ну вот одна из них. Они довольно-таки небольшие. Металл, в общем-то, мягонький. Вот, ну, как бы, я думаю, справлюсь. Ну просто бывает, это все-таки Корея, металл бывает такой, что очень грязно делается. Это Kia Ceed, есть такие машинки, у нас их много, и как бы с ним скучновато делать, особенно крыши. К сожалению, вот одно место есть, зараза, грязно делается, вроде и вмятина небольшая. Вот там-то вмятины. Вот, Ахтём, еле видно. Ну, почему-то делается грязно. Я уже ее тут пару раз разбивал, переразбивал. Все равно не хочет. Ну, сейчас чуть подполирую и попробую еще раз потыкать. Тут есть одна особенность. Капот, он двойной, с двумя металлами. И как раз вот в неудобных местах. Вот это вот как бы немножко металл поднатянутый. И вот от этого все как бы прелести. Вот она. В принципе, я думаю, что белый капот мне простит этот изъянчик. Тут пару еще маленьких, небольших таких вот, типа луночек, не луночек. Вот, где металлчик поднатянутый есть, ну... Особо их видеть как бы трудно будет. А так в целом капот нормально получил. Поскольку машинка новенькая, свеженькая. Вот особо тут она зашорканная, не поцарапанная. Вот все ровненько получилось. Есть смысл, как говорится, без страсти и без фанатизма. Вот вторым номером средней абразивности тихонечко пройти. И все. И будет хорошо и красиво. Будет как раньше. Пробежать мы слегка полиролем. Вот такая красотень получилась с водами. Сейчас берем волшебную тряпку и наводим
красоту. Вот такую ту наводим. Чтоб все было у нас в пределах того, как должно быть. Волшебная вот. Тряпка сама все делает. Где бы еще такую волшебную тряпку взять, чтобы взял тряпкой волшебно тер, и вмятины сами бы поуходили. Вообще была бы красота. Не жизнь, а малина. Но, к сожалению, пока что таких волшебных тряпок не продают у нас. Вот, поэтому приходится все своими руками делать. Ну, сейчас посмотрим в лампу, что получилось. Как раз от меня просили тоже поснимать в лампе. Вот, пожалуйста. Естественно, малейшая неровность, и это все было бы видно. Поснимаем в лампе. Вот, как бы вот зажег я их три штучки. Это дефектовочный, скажем, вариант. Вот все. Ровненько, красивенько. Сейчас подвинем еще поближе. Вот так. Вот. Как все и не было. И ближе к финишу эту часть. И вот здесь. И тут еще на торце. Вот здесь тоже было где-то вот здесь вот, вот вместе. Был бы приличных размеров заломчик. Вот что от него осталось. Вот место это. А тут оно прилично было видно прям. Вот это я вот с увеличением еще сниму. Это вот кровь остался от него. Чуть-чуть можно еще доработать. Сейчас доработаю. Вот. А так все нормально. Вот так. На удивление почему-то вот на таких мягких металлах, на корейских, на японских, блин, капоты получаю как бы и ничего, а крыши не очень. Хотя вот я столкнулся в Камри, вот, 13 года, не могу капот до ума довести, как бы, ну, это машина сынуля моего, но вот пока как-то не получается. Сделать, чтобы красиво не вытянутый металл был. Как-то он хочет. Ну ничего, чуть-чуть я поднаторею и сделаю хорошо, ладно. Тем более родному человечку. Сейчас немножко доработаю еще вот здесь. Я при увеличении рассмотрел эффект. Вот. Взять бы вот так в каждый глаз. Вот так монитор вставить и ковырять. Тогда бы идеально было, что при увеличении не видно, можно было выковырять мятинки, если не сильно конец тянуты. Ну вот так вот, как-то вот просили просто. Снимаю вам в лампе как. Для того, чтобы вот так снять в цвете, лучше всего вот так гасить, чтобы было видно. А иначе, если зажечь ее по полной, вот, она частенько бывает, что забивает. Заливает светом и ничего не видно. А так вот, видите, вот так вот заливает и все. Ну, в общем, когда как. Но лучше всего, самый лучший вариант тут на минимум поставить. И оно тогда справляет. Ну вот, как-то так.
Все нормально, хорошо получилось. Капот уже, в принципе, доработать там маленький нюансик вот там в торце, и все. И можно ставить.